Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить Among the Sleep, который вышел буквально на днях. Ну, на момент, когда вы смотрите это видео, уже прошло, наверное, пара недель с того момента, как она вышла. Но, собственно, вот такие вот дела. Как вы знаете, недавно мы смотрели последнюю версию демки, и мне она понравилась, как, в принципе, нравились все версии до этого. Но при этом какого-то ощущения погружения в процесс не было, потому что, ну не знаю, довольно сложно себя ассоциировать с маленьким мальчиком, но при этом было довольно страшно. Как бы там ни было, давайте посмотрим на полную версию, надевайте наушники, я думаю, это будет очень интересно и атмосферно, потому что в кои-то веки я могу сказать, что для этого есть все предпосылки. Лоудинг. Так, вас АД, чтобы двигаться, Ctrl, чтобы приседать, Space, чтобы вставать. Хорошо. Did you finish your drink already? А, вот что это такое. Я думаю, что... It might break. Простите. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Мамуль, я все понимаю, но у меня мышка не шевелится. Придется играть на геймпаде. Let's see. There and... There. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Что есть, то есть. Спасибо. Happy birthday, sweetie. 2 годика. Wow, да я совсем yesterday. Большая. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Чага-чага-чага-чага, чу-чу! Мам! Here it comes, through the tunnel, чу-чу! I'll be... right back. Что тебя беспокоило? Хорошая мама, да? What are you doing? Да какого же черта происходит? No! Hey, you. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my! How much cake did you have? Довольно много, я бы сказал. Пока что все очень прикольно. На самом деле, не знаю, перевод не совсем верный. Крилбайт Стивидио. Я еще ни разу не услышал, чтобы маманя называла ребенка, что это именно девочка. Ой, что-то как-то... Как-то жутенько. Во время сна. Хорошо, мы, похоже, недавно переехали, или что? Столько коробок. Ну, вот и моя знакомая комната. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Хорошо. Детский загончик. Так, окей.
И таким образом, похоже, заканчивается вступление. Так, я бы на самом деле играл на клавомыши, но почему-то у меня... Так, давайте попробуем, проверим сразу. Почему-то у меня видится только геймпад, поэтому давайте мы сделаем вот так, теперь назад, и будем играть с клавомыши, потому что на геймпаде кнопки отображаются как-то, ну, очень странно. Обзор, конечно, будет не такой плавный, но, по крайней мере, мы уже играли вот игру на геймпаде, так что я думаю, все будет хорошо. Так, оп. Проползем. Сейчас, Мишка, я тебя вытащу. Все будет хорошо. Да, с управлением определенный вопрос возникает. Ну, то есть с описанием его. Ну, ладно, разберусь. Давайте поднимемся. Мы уже умеем это делать. Прости, слоник. А где Мишка? Куда же ты подевался? Мишка? Мишка, не прячься. Я думаю, он где-то там. Они опять изменили дизайн комнаты, когда мы смотрели... Ага, я вижу тебя, маленький проказник. Hey, you found me. На самом деле это, по-моему, очень жутко. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Меня зовут Артур. Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Какую? Я люблю игры. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Так, ну, я могу. Мы уже начали. Come here. Turn around and cover your eyes. Так, я подошел. Теперь нажимаю Escape, чтобы прикрыть глаза. И теперь there. Что? There. You can look now. Но ты совсем не палишься, Мишка. И такие глаза. Оп-оп. Типа не знаешь, что вообще такое. Как я и говорил, игра воспринимается очень странно. Я пока не могу себя как-то отождествлять с главным героем, потому что, ну, это... You found it! Ну, ладно, видимо, все-таки девочка. Ну и что? Wow! Is that a music box? Does it work? Не знаю. Давай проверим. Мишка, ты довольно жуткий, но ты мой воображаемый друг, ведь так? That's a nice melody. Это так. Чем еще займемся, Тедди? Ну, раз ты не знаешь, тогда я скажу, посмотрю сама. Ой, ой, тяжело. Вот так вот. Все. Ой, тут страшно. Где? Five thirsty animals. Upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Почитали? Пойдем играть дальше. Вы знаете, железная дорога. Вы знаете, у меня ощущение, что главного героя, ой, ну, Мишку, то есть, озвучивал Край, ну, то есть, Крайотик, известный зарубежный летсплеер. Голос очень похож. Round and round and round. Hey,
Pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Садись. We need someplace very dark. Шкафчик подойдет? Пойдем в шкафчик. How about your closet? Ну ты просто читаешь мои мысли, Тедди. Ты крутой. Не знаю, видела бы мама, чем я тут занимаюсь. Наркомания, конечно, еще та. It has to be darker. Shut the doors completely. Это, конечно, детские игры с воображаемым другом. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Ничего себе. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Нажмите отлично. А, кнопка F. Видимо. Вот эти вот непонятные каракули, это потому что девочка не умеет читать. Я надеюсь, я все правильно. Ой, жутко-то как. Я тоже в детстве боялся пальто. Мигающие лампы. Обожаю мигающие лампы. Тихо, тихо, тихо. Я не хочу ничего знать, я не знаю, что это было. There you are. What are you doing in the closet? Ой, маманя, ты меня так напугала сейчас. Are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Да он не так разговаривает. You've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Если бы тебе не понравилось. And now it's time for bed. Хорошо, мама. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Круто. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Не будем заставлять их ждать. Good night, hon. Sweet dreams. Пока. Блин, не знаю, все сделано очень круто просто. Очень по-милому круто. Ой, знакомое место. Тедди? 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 Что же это? Я надеюсь, всему этому есть разумное рациональное объяснение, потому что иначе это просто жутчайшая крепота. А на самом деле это место мы видели в демке. Кстати говоря, игра выходит еще и на PlayStation 4. Она будет поддерживать Project Morpheus, она будет поддерживать Oculus Rift. Ну да ладно, не будем отвлекаться. Тедди, ты где? Что это было? Вы знаете, я ползком гораздо быстрее передвигаюсь, по-моему. Хотя могу ошибаться. Какие странные оттуда звуки.
Мячик неприкольный. Ну да ладно, давайте освободим Тедди. Мне одному страшно. Одной. Тедди, вылезай. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Садись. Ой, что-то тут вообще неплохо. Я бы даже сказал, нехорошо. Давайте искать маму. We have to be very quiet. You don't know what might be listening. Ой, жуть какая. Но сейчас пока все знакомо. Я не думаю, что тут произойдет что-то новое, поэтому... Хотя, с другой стороны, это может смотреть кто-то, кто не видел демку, поэтому не буду спойлерить. Давайте мы с вами просто пойдем искать маму. Это что было? Только что такое? Раньше такого не было. По-моему, надо выключить этот телевизор. Что там мама смотрела? Не знаю. Где эта странная штука, которую они тыкают в экран, и она выключается? На кухне страшно. За окном ничего не видно. Ладно, Тедди, будь со мной. Кто бьет посуду? Кто кушал? Кто открыл холодильник? В доме кто-то определенно есть. Я бы не сказал, что это хорошо. Так, давай, быстрее надо найти маму. Надо быстрее найти маму. Ох, как же я боюсь эти пальто, это просто пипец какой-то. Я не хочу на улицу. Только не-не-не-не. Я все еще надеюсь, что вы в наушниках, потому что это того стоит. Маленькая девочка, мне кажется, не так сильно боится, как я, потому что маленькие девочки, они, как правило, не понимают, чего стоит бояться. Вот этого определенно бояться стоит. И что-то тут как-то не совсем все хорошо, по-моему. Страшные часики. Тут можно подняться наверх, там какие-то рисунки будут. Ну да ладно, давайте просто по-быстрому. А что это такое? Это трещина в стенах? Это как это произошло вообще? What the fuck? Нужно быстро найти маму. Быстро-пребыстро.
Ладно, мы по крайней мере знаем, что делать. Надеюсь, сегодня у нас игра не будет ломаться на этом месте. Мама? Мама? Мне нужно идти дальше. Мне нужно идти на голос. Это же колыбельная мамина. Ого. Мама? Мама. Я прекрасно знал, что будет этот скример, и все равно испугался. Ладно, хорошо. Все, мы заканчиваем то место, которое мы видели, и попадаем в новое, непонятное. Мама? What is this? Кто бы знал? Это же мама. Can you see your reflection? It's her, but it seems more like a memory. А звук все идет. Да, Silent Hill какой-то. И с этого места на самом деле начинается неизведанное. То, чего мы не видели в демках. Так что, вперед. Тихо, тихо, тихо. Are you alright? Вот это сам как думаешь, Тедди, я маму потерял. Где она? Пойдем на плечо. What is this place? A playhouse? What's that doing here? Ой, ну не знаю, Тедди. Пойдем посмотрим. Я думаю, ничего хорошего нас там не ждет. Тедди. Is it locked? I might be able to open it from the inside, if you help me up. Только ты будь поаккуратнее там, пожалуйста. И желательно поторопиться. Whoa, look at this place. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Куда ж ты лезешь? Это же опасно, ну? Hmm.
Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Нажмите нона, чтобы открыть инвентарь. Нажмите нона, чтобы выбрать предмет. Спасибо большое за подсказки. Так, на какой кнопке у нас может быть инвентарь? Хорошо. Придется методом научного тыка, как мы любим. Вы знаете, на самом деле... На всех стандартных кнопках стоит что-то непотребное, поэтому... А, отлично. Игра, ты мне просто не даешь вообще покоя. Так. Угу. Консоль. Ну, консоль нам не нужна. На табе, ну хотя я таб, в принципе, пробовал. Ладно, хорошо. Угу. Так, ну, допустим, мы положим сюда эту штучку. Хорошо. Крышечку. И повернем ручечку. И в итоге у нас получится что? Open. Потому что еще три нужно. Let's find a way to open it. По-моему, нужно найти еще ключи. Я не думаю, что кубики нам подойдут. А это что такое? What did you find? It's rather small, but it looks like my paws might fit. It's a button. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Будем искать. I wonder where this will take us. Я что-то уже подозреваю. It scares me a bit. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Подозреваю, ничего хорошего мы тут не вспомним. Игра пока просто волшебная. То есть сделано очень круто. Есть, конечно, определенные технические вопросы, но в целом все выполнено именно так, как мне хочется такого рода игр. Что же за звуки там? Well, this doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Где мы вообще? Откуда ребенок такое помнит? Это что за детское воспоминание? Которым мы бродим по пещерам. Ну, тут, конечно, воображение вмешивается. Играет свою роль. Шина висит. Не знаю, почему я, на самом деле, затрудняюсь ответить, но игра мне очень сильно напоминает Мист. Или даже Ривен. Если кто помнит такие старые игры. Карусель, карусель. Кто успел, тот присел. Ух, мне показалось, со спины кто-то идет. А это что? Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Похоже на какой-то парк. Что это? Что же это такое? Аккуратно. Оп. И приехали. Пока что вроде никаких бабаек.
Совок? Не думаю, что он мне сильно нужен. Is there a way up this tower? Сейчас заберемся. Сова. Любопытно. Так, сюда мы успеем сходить, но я бы сначала посмотрел, что здесь вообще есть. Кстати говоря... Ладно, сейчас будем разбираться. Сначала схожу сюда. Что вот это вот за хижинка такая? Пойди подсвети. Так, хорошо, еще одна сова. Тихо, тихо. Так, спокойно, спокойно. Спокойно, дяденька. Так, ну, нам вообще-то, в принципе, он туда, похоже, надо идти. Давайте мы посмотрим с вами, что же это тут такое вообще. Как же нам сюда попасть? Ну, в принципе, есть определенные подозрения. То есть, допустим, а мы можем вот эту штуку... А, вот, смотри. Короче говоря, в конечном итоге нам с вами, похоже, нужно собрать еще 3 сов, потом забраться вон туда и таким Макарычем запулить их наверх или что? Вы знаете, меня сюр, именно сюрреализм, никогда не пугал так сильно, как, собственно, реализм. Тут, конечно, очень неприятно находиться, но ощущения немножко другие. Так, нет, я не дотягиваюсь. Видимо, когда мы наберем полную, то мы сможем подняться тогда вот так. Ну да, тогда не перевесит нас. Хорошо, задача понятна. То направление. Пойдем сюда. Хотя пока что я никого не вижу. Но эти звуки... А теперь я что-то слышу, и мне совершенно не нравится то, что я слышу. Так, ладно. Мама говорила, чудовищ нет. Не бывает. Это совсем не круто. Ой, тут столько неприятных звуков, что я прям не знаю. Но мне бы сову найти еще одну. И тогда все резко стало бы хорошо. А вот и она. Так, ладно, допустим. Это как бы рисунок, но он мне ничего не дает, да? Ладно.
Мне что-то вообще не нравится это место. Что-то резко стало. Прям краю эфиром каким-то запахло. Хорошо, все будет как надо. Прорвемся. Не через такое дерьмо проходили. Не через такое. А так не пролазят. Мне показалось, что эта штука сюда движется. Давай, открывайся, давай. Давай быстрее. Давай, давай, давай. Да Япона же дивизия, что ж ты делаешь? Я не могу схватить. Хватай, пожалуйста, уже, ну что ж ты? Мне ж страшно. Так, еще две готово. Я не думаю, что я выбрал правильную дорогу. Мне эта дорога совершенно не нравится. Ну, надо сказать, крипово. Не могу сказать, что прям дико до усрачки страшно, но... Что-то во всем этом определенно... имеется. Хотя как, местами до усрачки страшно, местами. Что это, Тедди? Нам нужно туда? Пойдем, Тедди. Откройте, пожалуйста. Христом Богом прошу. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Оно там ходит. Да иди ты уже. Иди, пожалуйста. Иди куда-нибудь. Сказать, что у вас здесь не круто, это ничего не сказать. У вас здесь пипец какой-то просто. Я лучше на четвереньках, мне так спокойнее, меня так хуже видно. Ну? Шикарно. Здесь все как-то искажено, как и положено. Снам, но... Но это странно. Это очень странно. Держись, Тедди. Мы с тобой все сделаем. По-моему, там вообще все очень плохо.
поэтому только наверх. Ни взгляда назад. Совы, не предпринимайте ничего глупого. Того, о чем вы могли бы потом пожалеть. Я вас предупреждаю. Бежим. Бежим. Страннота. All right then. One more time. But that's it. И мы с вами попали в воспоминания. Отлично. У нас долгая дорога вперед, но на этом давайте заканчивать, наверное, первую серию. Продолжим во второй. Что я хочу сказать? Игра, повторюсь, я с разработчиками общался, когда они еще только начинали. Изначально они хотели сделать нечто другое. То есть, в принципе, тоже собирались сделать игру про маленькую девочку. Ну, про маленького ребенка, вообще-то там мальчик изначально был. Но в итоге она... Короче говоря, они планировали сделать ее гораздо более чернушной, стрёмной и темной. То есть там реально, чтобы края кишки, кровища и тому подобное. Но в итоге сделали вот такое, больше шаг в сторону сюрреализма и тому подобного. Но надо сказать, получилось, по-моему, хорошо. Другая проблема, что лично у меня, то есть в плане того, чего мне стоит пугаться, сюрреализм далеко не на первом месте. Как бы там ни было, все равно довольно занимательно, и надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии, в среду, наверное. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.